И мы приглашаем Владимира Кейсарова, который только что сделал прекрасную пародию. Вот он. Добрый вечер. Добрейший вечерок. Здравствуй. Здравствуй, мой хороший. Хорошая моя соседка. Правильно. Ты не настоящая. А почему? Я сейчас вспомнил «Тайна третьей планеты», помнишь? А ну, отдай пистолет. Отдай пистолет. Отдай. Не, молодец. Хороший парень. Давно мы... Ты сейчас говорил про себя или про артиста Кесарова? Это очень важно. Саш, будут ли новые образы? Появится ли дедушка? Сейчас я готовлю новый образ. Это бабушка 25-го года рождения. У меня будет бабушка 5-го года рождения. Это кардинально другое. Это бабушка, которая не передвигается без помощи посторонних? Да, она практически не говорит. Она... Вот приблизительно такой образ. И готовится новый образ. Это будет новый фитнес-инструктор. Чемпион мира по всем видам спорта в закрытых помещениях. Его будут звать Алекс Рива. Алекс Рива? Алекс Рива. Он русский, американского происхождения. Саша, пожелание зрителям от бабушки что-нибудь. Володь, можно подойдите ко мне? Подойди ко мне. Подойди, Володь. Ко мне, Володя. Это великолепная пародия. Спасибо большое. Бабушкой, да? Друзья мои, ну, счастья всем. Смотрите программу «Бррр». Вот, большая разница. Это программа «Бррр». Это мои любимые программы. Друзья, спасибо огромное. Александр Ревов, большой разница. Александр Ревов, большой разница. Спасибо.